Каждый год на Пасху тысячи евреев приезжают в Иерусалим, чтобы помолиться у стены плача. Их лица обращены к огромным камням, напоминающим о разрушенном храме. Здесь собираются коэны. Их предки проводили церемонии и жертвоприношений в храме 2000 лет назад. Первыми священниками были Аарон и его сыновья. Коэны считают себя прямыми потомками Аарона. В 100 метрах отсюда, в мечети Купола Скалы на Храмовой горе, не слышно пения молящихся у стены плача. Мусульмане верят, что пророк Мухаммед вознесся на небо именно отсюда. Малейшие разногласия вызывают здесь серьезные вспышки насилия. Мусульмане и евреи пролили уже немало крови за Храмовую гору. Это место является священным для 3 миллиардов человек. Пока я остаюсь раввином Стены Плача, не будет раскопок под Храмовой горой. Ни на сантиметр, ни на миллиметр раскопок не будет. Израильский оккупационный режим не имеет права сдвинуть с места ни один камень. Я говорю о Боге Израиля, Господь един, и Он не нуждается в сосуществовании. Продолжаются разговоры о строительстве третьего храма. И ни одного мусульманина это не может оставлять равнодушным. Люди потеряли жизни из-за каких-то археологических раскопок. Я сам археолог. Археология у меня в крови. И я бы не хотел, чтобы из-за этого гибли люди. Я приехал в Израиль, чтобы сделать репортаж о Храмовой горе в Иерусалиме. Я хотел разобраться, сохранилось ли что-нибудь от этой легендарной святыни. Старый город Иерусалима окружен горами. С этой обзорной площадки начинаются мои поиски разрушенного храма. Гора Скопус, наблюдателей, как и следует из ее названия, это прекрасное место для фотосъемки Храмовой горы. Сверху не видно никаких следов еврейского храма. Видим. Смотрите, там далеко, за этими деревьями, это Эль-Акса, место мечети, которая была построена в 696 году, на месте, откуда по Корану вознесся на небо пророк Мухаммед. И сейчас Храмовая гора находится во власти мусульман. Их храм Омара построен на том месте, где стоял еврейский храм, первый и второй, разрушенный в один и тот же день. Евреи по указанию в Ветхом Завете, в Танахе, могут начать строить третий храм только когда придет Мессия. А Мессия еще не пришел. Как в нашей песне говорится, он даже еще не позвонил. Иерусалим – один из древнейших городов мира.
Строительство старого города, города Давида, началось 3000 лет назад на южном склоне горы Мория. За пределами современной городской стены, храмовая гора, гора Мория, была самым высоким и самым важным местом древнего города. Царь Соломон построил здесь первый еврейский храм за 1000 лет до нашей эры. Здесь хранился Ковчег Завета с 10 заповедями. Считается, что второй храм был построен на том же месте. Ставшая одним из символов города, мечеть Купол Скалы была построена на месте храма в 7 веке. Почти 2000 лет евреи приходят к Стене Плача. Этот 50-метровый отрезок является 1/10 частью западной стены храмовой горы. Евреи чувствуют здесь свою близость к разрушенному храму. С южной стороны находится мечеть Омара, Аль-Акса, третья по значимости мечеть ислама. С момента основания государства Израиль евреи надеются вернуть храмовую гору, однако уже 14 веков с небольшими перерывами она принадлежит мусульманам. Последний такой перерыв длился целых 3 дня. В 1967 году, во время 6-дневной войны, июня Иерусалимский купол скалы был захвачен. Главный раввин израильской армии Шломо Горан начал молиться со своими соратниками у Стены Плача, пока бой еще продолжался. Шломо Горан хотел воспользоваться военным преимуществом и разрушить мечети на храмовой горе. Он потребовал взрывчатку, но получил отказ. Министр обороны приказал снять израильский флаг, который развевался над куполом скалы. Через 3 дня израильтяне покинули храмовую гору. 3 дня эйфории и отступления. Слишком велик был страх перед мусульманским миром. Разрушенный храм упоминается во всех священных книгах, начиная с Библии и Талмуда и до Корана. Историк Иосиф Флавий был свидетелем разрушения храма в 70-м году нашей эры. С тех пор сведения о точном местонахождении храма были утеряны. Большинство людей считает, что храм располагается под куполом скалы, однако существуют и другие мнения. Их я и буду искать в подземельях этого города и в умах людей. Существуют ли достоверные археологические свидетельства места расположения еврейского храма? Мои поиски привели меня в еврейский университет. Известный профессор, который выдвинул новую теорию о местонахождении храма. Извините, скажите, пожалуйста, где профессор Патрих? Не знаю. Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Дирк Мартин, Йозеф Патрих. Рад познакомиться, взаимно. В 19 веке все водные цистерны, а под храмовой горой их было примерно 37, были исследованы. В 1867 году Чарльз Вильсон и участники его экспедиции занимались картографией, археологией, ботаникой. Всем. Они преследовали научные или политические цели. Нужно было улучшить канализацию Иерусалима, и они стали составлять карты. Ведь архитекторам понадобились планы. Эти карты — единственное, что у нас есть. Видите, какая длинная? Что это за трубки? Камень за камнем, здесь все зафиксировано.
По сей день карты и заметки Чарльза Вильсона — единственный источник сведений о подземных тоннелях под Храмовой горой. Британский инженер Ее Величества руководил картографическими исследованиями Иерусалима в 60-х годах XIX века. Исследуя Храмовую гору, он обнаружил и составил план подземных цистерн. В его дневниках описаны тяжелые физические условия экспедиции, зафиксированы наблюдения и измерения. Он составил исчерпывающее описание иерусалимской топографии. Его карты городских подземелий остаются наиболее точными по сей день. Вильсон и его коллеги были последними учеными, которым удалось получить свободный доступ к цистернам. Эти чудесные карты достались нам в наследство от них. Существует необычная водная система под номером 5. Она похожа на коридор или галерею, а с двух сторон, с востока и запада, ответвления. Видите, как два рукава. Очень необычная форма, не похожа на другие цистерны. Поэтому это не очередная гипотеза. Я утверждаю, что нашел решение. Можете мне показать, где это? Видите тут? Да. Между этими рукавами находится рампа, ведущая к алтарю, и сам алтарь. Это алтарь? Да, здесь алтарь. Если мы определим точное положение алтаря на Храмовой горе, тогда все станет на свои места. Поэтому можно сказать, что теоретически этот вопрос решен. Есть ли возможность попасть туда, чтобы убедиться в этом? Цистерна на месте. Но у вас нет возможности попасть туда? Нет. В 19 веке Вильсон составил такие точные карты, что сегодня мы можем наложить их на фотоснимки со спутника. Благодаря карте мы знаем точно, где находится цистерна номер 5. Если профессор прав, то именно там и находится еврейский храм. Может быть, с помощью этой карты нам удастся найти вход. Остатки водопровода 2000-летней давности могут дать ключ к разгадке. Я договорился о встрече с археологом Шимоном Гибсоном. Как и эти молодые люди, несмотря на удушающую жару, я попробую приобрести здесь свой первый археологический опыт. Шимон — специалист по подземному Иерусалиму. Надеюсь, что с его помощью я больше узнаю о водной системе. Если вы посмотрите на все храмы, построенные на подиумах, то есть на платформах, вы заметите, что все они повторяют форму этих платформ, а не подземных коммуникаций. Тогда храм должен быть расположен под углом, под довольно странным острым углом по отношению к Храмовой горе. Мне кажется, это слишком. Тут я придерживаюсь традиционной точки зрения. Не вижу никаких причин развивать эту теорию до тех пор, пока мы не получили серьезных археологических доказательств. По-моему, структура этих водных систем — недостаточно убедительный аргумент. Ни один исследователь не сопоставлял старые карты с современным ландшафтом, хотя точных координат нет. Религиозные евреи готовятся к строительству третьего храма. Эта реконструкция была сделана Институтом третьего храма, который финансируется спонсорами со всех концов света. Эта минора из чистого золота была изготовлена на деньги спонсоров проекта. Специалисты института знают храм во всех деталях.
Хайм Ричман. То, что вы видите здесь, это не модели, не подделки, не музейные экспонаты. Все эти предметы сделаны в полном соответствии с библейским законом, и это удивительно. Мало того, что эти предметы вернулись на Землю спустя 2000 лет, они кошерные. Их можно использовать, если храм будет построен. То есть они подходят для богослужения? Да, они могли бы использоваться в храме. Храм занимает центральное место в нашем восприятии мира. Он нужен не Богу, он нужен нам, как народу. Когда Соломон построил первый храм, на церемонии освящения огонь сошел с небес, и Соломон сказал: «Господи, небеса не могут вместить Тебя, а тем более этот дом». Физический менталитет предполагает, что храм нужен Богу, но на самом деле храм нужен нам, чтобы ощущать его присутствие. Опыт взаимоотношений между Богом и людьми свидетельствует о том, что человечеству нужен храм, как рыбе нужна вода. Храм стоял на вершине горы Мория, на которой сейчас стоят мусульманские сооружения. Да. Как это сочетается? То есть как разрешается вопрос с этой арендой? Современная геополитическая реальность — это другой вопрос. Но я уверен, что если мы, евреи, будем выполнять свое предназначение, весь мир поддержит нас в стремлении построить храм. Ведь секрет храма — это свет божественного присутствия. Прощение? Да? На храмовую гору в эту сторону? Что? На храмовую гору. Какой такой храм? Спроси у него. Алекса, мне нужен Алекса. А, мечеть Алекса. Прямо направо и налево. Арабское название храмовой горы — Харам Аль-Шариф, то есть благородное святилище. И мусульманам всегда было непросто попасть на Харам Аль-Шариф. Ограничения существуют и сегодня. Могу я зайти сфотографировать? Нет, нет, отсюда. Вот здесь хорошо? Туристы не могут зайти на Харам Аль-Шариф со стороны рынка. У меня встреча с доктором Наче, куратором по вопросам культуры мечетей Купол Скалы и Алякса. В виде исключения меня допускают в мечеть Купол Скалы. Доктор Наче показывает мне священный камень и пещеру, где, согласно еврейской традиции, во время войн прятали Ковчег Завета.
Признает ли ислам то, что на Харам аль-Шарифе существовали доисламские сооружения? Мусульмане понимают, что здесь строили до их прихода. Но мы не можем принять эти теории с академической точки зрения. Ведь по этому вопросу есть несколько мнений. Ясно одно, что мусульмане не разрушали никаких зданий и не строили на развалинах. Это место было запущено в течение жизни 5 поколений. Вполне естественно, что оно вызывало духовный интерес. Мусульмане вновь начали строить здесь, возвращая этому месту былую красоту. Я не верю в то, что Бог будет делить свою славу с каким-то культом. Я верю, что предназначение нашего народа — восстановить божественное присутствие в мире. И это возможно только с помощью храма. Спор о прошлом неприемлем. Нам нужна атмосфера спокойствия, ясного понимания. Как можно просить меня, чтобы я признал чье-то прошлое, когда отрицается настоящее мусульман и арабов в этом регионе? Это не вопрос политики. Речь идет о том, что Бог Израиля выбрал именно это место, а не какое-либо другое, чтобы проявить свое присутствие. Слово «Иерусалим» встречается в еврейском священном писании 700 раз. Как вы, вероятно, знаете, ни разу не упоминается в Коране. Ислам воспринимает себя в качестве религии, завершающий путь древней религии Откровения, особенно иудаизма и христианства. Вместе с тем, мусульмане верят, что они вносят исправление в определенные верования и идеи, которые были искажены. Ислам признает Авраама, Иисуса и всех древних пророков. Проблема в том, что другие религии, например, христианство, не признают ислам и пророка Мухаммеда. Мне разрешили осмотреть комплекс. Я пошел туда, где, судя по картам Вильсона, должна быть 5-я цистерна. Здесь внизу должны быть рукава, над которыми, возможно, был алтарь. Археолог Шимон Гибсон сказал мне, что ученые не могут установить связь между подземными структурами и современными постройками. Я не нашел никаких следов подземных цистерн. Мне нужно найти другой путь. Для большинства евреев стена плача — это главная святыня. Бар-мицва, поздравляю, благословите его. Да благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима. Благословит тебя Господь и сохранит, обратит лицо свое к тебе. Обратит лицо свое к тебе и дарует тебе мир. Аминь. Раввин Стены Плача, раввин Рабинович, занимается не только тем, что общается с верующими. Я спросил его о значимости Храмовой горы для евреев. Я бы хотел, чтобы это место было закрыто и принадлежало евреям. Вместе с тем, мусульмане нас не пугают. Просто надо дождаться того времени, когда Всевышний сотворит великие перемены. Пока этого не произошло, мы должны жить в существующих условиях. Однако Храмовая гора принадлежит евреям навечно. И тут не может быть компромиссов. Я встречаюсь со своим хорошим другом, журналистом Сергеем Гранкиным. Он знает Иерусалим как свои 5 пальцев. С этой стороны, по теории Патриха, была 5-я цистерна. Сергей уверен, что с востока сюда зайти нельзя. Султан Сулейман замуровал золотые ворота в 16 веке, чтобы помешать приходу Мессии, предсказанному пророчеством. Как раз с этой стороны подъем, ведущий к алтарю, где первосвященники приносили жертвы. Он может быть здесь. 5-я цистерна, глубокая и длинная. Это очень хорошо, потому что здесь единственное открытое место, куда можно подойти. С той стороны стена плача, с этой стороны кладбище. А здесь как раз, видишь, люди могут подойти, и там можно будет поискать.
Мы начали наши поиски на юге. В Библии написано, что у царя Езекии был водный туннель, пробитый в скале во время первого храма. На этом месте был город Давида 3000 лет назад. Сегодня здесь расположена арабская деревня Сильван, часть восточного Иерусалима. В Сильване я встретился с Исмаилом. Как и его предки, он охраняет старый туннель, туннель Езекии. Я вам все покажу, спускайтесь. Мы находимся у Сильванского бассейна. Ему больше 2000 лет? 2700. Вот тут. 2700? Да, 2700 лет. Здесь царь Езекия прорыл туннель. Мы называем его Сильванским бассейном, что на иврите значит «шилуах». А по-английски это будет «посылать, запускать». И «шилуах» — «запускать воду». Они запускали воду из источника в этот водоем. Мусульмане, евреи, христиане. Да многие религии здесь сошлись. Ведь это священное место и для евреев, и для христиан. У евреев это был единственный источник воды во времена царей Давида и Езекии. Здесь они брали воду для храма. А для христиан это уникальный водоем. Ведь сюда мог приходить Иисус. Туннель целый Иерусалим, да? Да, везде. Это не город, а одна сплошная дырка. Нам только нужно найти правильный. Это возможно. Храмовая гора важна для мусульман, стена плача для евреев, для христиан — храм гроба Господня. Это святое место для всех — израильтян, евреев, мусульман и христиан. Это святое место. Если тут будет мир, нам смогут приезжать множество паломников. Хотя я и не верю, что на святой земле будет мир. Я молюсь, чтобы он все-таки наступил. Где находится храм? Автор Тувиас Агиф. Здравствуйте, говорит Дирк Мартин. Я журналист из Германии. Я пытаюсь выяснить, где находился храм. Я буду рад посмотреть, что вам удалось сделать. А дальше будет видно. Во вторник, 29 числа, в моем офисе. Решет Бет, голос Израиля. В эфире передача сегодня утром. Ракета «Град», выпущенная по Ашкелону, достигла максимальной дальности 16,5 километров. Были также выпущены 9 ракет «Касам». Одна из них попала во двор жилого дома в Сдероте. Был причинен ущерб. Как видите, для меня храм не только предмет интереса. Это своего рода клиент или очередной проект. Когда вы начинали 20 лет назад, что вас заинтересовало? С одной стороны, я архитектор, с другой — верующий человек. Это позволяет мне рассматривать храм в трехмерном пространстве. В то же время использовать еврейские источники. Археологи не доверяют литературным источникам. Они полагаются только на раскопки, археологические свидетельства. Да, то, что они могут найти. Но здесь никому не позволяли копать. Вот в чем проблема. Верующие люди считают, что Иосифу Флавию доверять нельзя.
Я рассматриваю все источники, связанные с храмом, и стараюсь сопоставлять их. Одной из главных проблем Иерусалима было водоснабжение, особенно в храме. Ведь они приносили в жертву животных, и надо было постоянно убирать кровь. В Иерусалиме не было воды, и когда обнаружили большой источник, в город провели акведук. Я хочу вам показать еще кое-что. Тут, у стены плача, можно видеть трубу акведука, вот здесь. Итак, значит, здесь у нас уровень акведука. А здесь можно высчитать высоту акведука? Да. Если мы помещаем храм на уровень купола скалы, то вода не сможет попасть наверх. Может быть, то, о чем мне говорили, не работает? Это не может работать. Невозможно представить, что храм был здесь. Нужно было доставлять много воды на уровень храма, чтобы они могли очищать территорию после жертвоприношений и обеспечивать водой всех паломников. Приходилось поднимать воду ведрами. Возможно, у них были деревянные приспособления для подъема, похожие на египетский шадуф, с помощью которого поднимали воду из Нила. Известно также, что в древнем Ираке в тот период тоже были подземные приспособления. Так что это возможно. Правда, должен отметить, здесь ничего подобного не нашли. Это делалось в праздники. И они не могли использовать механические системы. Более того, сказано, что для очистки территории они доставляли воду по акведуку без использования механики. Для того, чтобы решить проблему, просто используйте руки. Необходимо опустить пол, и теперь все работает. Только сила гравитации, никаких загадочных механизмов. Более того, западная стена около 500 метров в длину. Вот на этом маленьком участке всего 40 метров, где молятся евреи. Здесь нет ничего особенного. Ни ворот, ни особого камня, ничего такого. Просто стена. Почему они решили молиться именно здесь? Возможно, они знали с древних времен. Если хочешь быть ближе всего к святая святых, становись здесь. Никто не молится в этом направлении. По еврейскому закону, находясь в Иерусалиме, надо молиться в сторону храма. Они же молятся лицом к стене. Важно то, что находится за этой стеной. Страж Израиля, сохрани остаток Израиля. Да не погибнет Израиль, каждый день повторяющий. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един. В прошлом году, когда Иерусалимская мэрия всего-навсего решила отремонтировать мост Мугреби, ну, знаешь, этот мост вот на Храмовую гору ведет, вот стены плача, просто чтобы он не пал на голову молящихся или вместе с туристами бы не упал. Ну, смотри, что там получилось. Это Храмовая гора. Это вот вход к стене плача для евреев. Почему вызвали спецназ? Потому что арабы начали бросать камни прямо с Храмовой горы на молящихся у стены плача. Но, к счастью, ни в кого не попали эти камни. То есть молящихся загнали в этот туннель хасмонеев, и они там отсиживаются. Этот человек, его можно назвать, наверное, одним из лучших друзей военных журналистов, шейх Раид Салах. Его еще называют шейхом Алякса. Постоянно, каждый день призывал, ему запретили ездить в старый город, ему запретили приближаться к Храмовой горе. Он начал собирать всех в Иерусалиме. Я спрашиваю себя,
Господь Всемогущий. И оттуда вел их, и снова были бои, и снова были пострадавшие. Давай резиновые пули. Нет резиновых. Так это все из одного маленького моста. У израильского оккупационного режима нет законной власти и нет прав. Все, что они делают, это попирают права других, нарушая суверенитет. Шейх Раид Салах обнаружил еще одно проблемное место. Мусульмане нашли старый туннель недалеко от купола скалы, который ведет к новым еврейским раскопкам у западной стены. Здравствуйте, здравствуйте, я Мартин, журналист. Очень приятно. Можете рассказать мне об этом месте? Я слышал, тут идут раскопки. Мусульмане думают, что они подкапывают под мечеть. Раскопки идут под мечетью? Они якобы проходят под мечетью. Но это неправда. Откуда вы знаете, что это неправда? Я так думаю. Вы думаете, это невозможно? Именно. Я решил разобраться, что это за раскопки. Их называют «Шатер Исаака», по названию синагоги, которая была здесь раньше. Это место находится в мусульманском квартале города. Дверь была открыта, охраны не было, так что я просто зашел внутрь. Ни один из арабских работников не захотел сниматься. Они боятся, что их могут узнать. Старые проходы синагоги были полностью раскопаны. Сложно оставаться равнодушным при виде этого. Удивительно видеть, как люди веками строили и строили на одном месте. Здесь множество проходов, а старый туннель, который вел к мечети купола скалы, был наглухо замурован. Эти снимки были сделаны инфракрасной камерой. Вот купол скалы и Аль-Акса. И видно, как по-разному они выглядят. Утром, вечером и ночью. Утром мы видим, что вся территория чистая, видны деревья. Теперь посмотрите, что происходит вечером. Вот деревья отбрасывают тень. Это логично. Но смотрите, что происходит ночью. Между деревьями пролегают прямые линии. Ширина этих линий 10 метров. Это совпадает с параметрами храма. Единственное место, где мы можем расположить его, это здесь, между куполом скалы и Аляксой. Возможно, он был именно здесь. Тувия Сагиев и Йозеф Патрих. Архитектор помещает храм точно между куполом скалы и Аляксой. Археолог отодвигает храм от купола скалы и слегка разворачивает его к югу. Интересно, что их реконструкции частично совпадают. Решение очень простое. Мы будем вот здесь. Купол скалы будет здесь. Аляксой будет здесь. Здесь мы сделаем бетонное покрытие. Разрушим стену плача. Зайдем внутрь и увидим стены еврейского храма.
И вы сможете разрушить стену? О да, это проблема. Но это же решение. Сейчас предлагается такое решение. Или мы, или они. Другого пути нет. Нет компромисса? Нет. А это путь к его достижению. Если мы будем копать здесь, снаружи, я думаю, мы сможем доказать, что моя теория верна. Для осуществления этих раскопок нужны большие деньги. И очень важно найти финансирование для этого. Мне кажется, проще передвинуть Кельнский собор на воздушных подушках, нежели организовать тендер на перепланировку стены плача. Однако Тувия поставил интересный вопрос о значимости стены. Почему евреи ищут святая святых тут, а не на Храмовой горе? Большинство евреев не поднимаются на Храмовую гору. Религиозные евреи, соблюдающие шаббат, почитающие Тору, речь идет о маленькой горстке людей, которые на Храмовую гору поднимаются. Стратегия, политическая ситуация, отношения с соседями не могут изменить Галаху. Галаха — это незыблемо. Всегда, в любой ситуации. Святая святых находилась там, где сегодня золотой купол. Там находится краеугольный камень, там и была святая святых. Вокруг нее был храм. Те, кто поднимается на Храмовую гору, утверждают, что это место не является частью Храмовой горы, что это пристройка, которую сделал Ирод. И поэтому сегодня на Храмовую гору можно подниматься. Однако мы не уверены в этом до конца. Поэтому мы туда не поднимаемся. Но мы точно знаем, где был расположен храм. Однако их забота... Но вы же сказали, что археологические свидетельства отсутствуют. Да, археологические свидетельства отсутствуют, но отправная точка еврейской традиции, непрерывно передающаяся из поколения в поколение, ясны. Так что они беспокоятся о том, чтобы никто случайно не ступил на самое святое место храма. Однако, когда мы все же идем туда, а многие великие раввины сегодня считают, что мы не только можем, но и должны подняться на Храмовую гору, чтобы предстать перед Богом, как велит Священное Писание. Наша цель — быть как можно ближе к самому святому месту на земле. Знакомьтесь, вот это вот Мартин, наш друг из Германии, который нас сопровождает. Добрый день. Если еврей или христианин захочет посетить Храмовую гору, а я делаю это каждую неделю, его сначала обыщут и удостоверятся, что у него нет с собой молитвенника или Библии, или чего-то подобного. Это может задеть чувства мусульман, а их чувства оберегаются. Поэтому я, будучи евреем, не могу даже пошевелить губами, иначе арестуют. Меня уже арестовывали за то, что я беззвучно молился о храме. Так что мне сложно поверить, что они позволят построить храм рядом с мечетью. Святость Храмовой горы требует особого поведения. Нельзя быть легкомысленным, не надо отпускать шуток. Настроимся на серьезную атмосферу. Конечно, мы сняли ботинки. Не должно восходить на Храмовую гору в обуви, с посохом и в дорожной пыли, тем более. Это законы почитания храма, которые определяют чистое и нечистое. Те, кто нечисты, не могут подняться на Храмовую гору. Впрочем, это не касается тех, кто не может очиститься после соприкосновения с мертвыми. Я же сказал тебе подождать, ты ничего такого не сказал. Я говорил тебе, нет уж, пойдем. Я же говорил, это не игрушки. Мы сейчас заходим в святое место. Вопреки тому, что говорила полиция, сюда нельзя приходить как на экскурсию. Сюда надо приходить естественным образом для того, чтобы молиться, или для того, чтобы строить храм, или для того, чтобы работать в храме. Мы делаем то, что мы можем. Так что давайте двигаться дальше. Вместе, держитесь вместе. Что поделать? Я вам говорил, если вы хотите... Нет тут двух групп. Мы так поднимаемся каждую неделю. Вы можете... Вам говорили, что вы должны быть вместе. А мы вместе. Еще 100 метров. Тут тоже вместе. Нет, 100 метров. Ты знаешь, какие расстояния на Храмовой горе? 100 метров, понимаешь?
Я искал вход с разных сторон. На западе — туннель Хасманеев, раскопки шатер Исаака и стены Плача. Я пытался пройти с юга через туннель Езекии. Но мечеть Алекса на южной стороне окружена стенами и хорошо охраняется. Сергей показал мне мусульманское кладбище и золотые ворота на востоке, через которые тоже нельзя пройти. Осталась только одна сторона. В своих дневниках Чарльз Уилсон упоминает церковь Святой Анны на севере. На его картах там отмечены цистерны, проходы на Храмовую гору. Возможно, что-нибудь из этого осталось 150 лет спустя. То, что вы видите здесь, это тщательно спланированный Иродом великим комплекс. Когда он перестраивал Храмовую гору, он построил и это тоже. Здесь вы можете видеть вот это место. Вот здесь, внизу. Шимон, эти водоемы были даже больше? Да. Только малая часть водоема была раскопана. На самом деле он простирается далеко, на юг. На юг? Да. И я знаю, что там сохранилось, потому что я изучал подземные туннели, которые простираются до Храмовой горы. Осмотр этих помещений очень впечатляет. Завидую исследователям 19 века, ведь они могли туда попасть. В чем проблема сейчас? Что мешает? Западные исследователи не имели доступа в эти помещения с начала 20 века. Сейчас туда не пускают ученых, ни евреев, ни мусульман, ни христиан. Доступа нет ни для кого. Вряд ли я доживу до того дня, когда смогу туда попасть. Мы хотели взглянуть на церковь Святой Анны вблизи. Очевидный запрет вызвал у нас желание рискнуть в последний раз. В результате мы получили разрешение. Darf ich Ihnen das noch überreichen? Можно вам это дать? Церковь Святой Анны совсем недалеко от Храмовой горы, несколько сотен метров. На картах Уилсона отмечены трубы, ведущие к цистернам. У северной стены храм Аль-Шарифа. Мы нашли интересный открытый участок у верхнего края цистерны. А что, если здесь и была пятая цистерна, о которой писал профессор Патрих? Сейчас это самое близкое из возможных мест к Храмовой горе, и вполне... Может быть, сейчас мы туда и доберемся. Но здесь очень старые доски, это опасно. Видишь? Но все равно нужно уйти попробовать. Да. Мартин, как это называется? Шпинвебен. Шпинвебен? Шпинвебен, да. Аккуратно иди вперед. Я тебе свечу, Мартин, да? Семечку.
На коленках идешь? И шел лист идет, да. Окей. Я держу доску. Она не будет прыгать. Да, спасибо. Лучше. Да, 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 да. Только аккуратно, пожалуйста. Только не упадешь. Вот видишь, я свыше сверху. Ты видишь там что-то? Да. Все, все. Мы нашли. Вот она, лох. Дырка. Wer zuerst? Du? Ja. Oder ich? Ja. Ah, с Богом. Кемарт, это здесь огромное помещение. Давай. Это, там нет конца. Нет. Это сплошная темнота, это огромный туннель. Я думаю, Мартин, что мы туда не пойдем сейчас. У нас ничего нет, кроме фонариков. Нужны каски, нужно оборудование. Нужны специалисты, нужна карта. Мы нашли вход в систему Вильсона. Я всего в 200 метрах от цели. Я отправился на Мертвое море, чтобы встретиться с Сергеем Гранкиным. Он хочет познакомить меня с другим исследователем, тоже Сергеем. Сергей Шпицын и его команда — одни из лучших спелеологов в мире. Я могу воспользоваться их помощью и продолжить поиски. Они показали мне фильм о своих экспедициях. Я пригласил Сергея Шпицына принять участие в моем проекте. Здесь у нас Алекса, здесь купол скалы. Тут огромные цистерны. Я понял, что тут вот все цистерны, да? Но что цистерн здесь и здесь. Как мы сюда попадем? Там есть такие... Есть кое-какие туннели, которые идут с севера. Отсюда, видишь? А, да, да, да. Они спускаются сверху, от цистерны Израиля. Да. Спускаются сюда и заканчиваются где-то... Во-первых, мы не можем быть уверены, что они сохранились. Старый город все время перестраивался. Во-вторых, это если они сохранились, то только из-за того, что они не используются и не посещаются. Значит, они заброшены. Ты знаешь, что такое заброшенные подземные хода? Yes, yes. Ты был когда-нибудь в пещерах? Вообще-то нет. Вам придется показать мне пещеры. Я тебе сразу должен предупредить, что это не так просто. Мы тебя научим, если ты что-то не умеешь. Что надо делать? Потому что у нас могут быть самые разные вещи. Ну, я тот еще спортсмен. Сергей, это еще далеко? Нет, это уже вот буквально 50 метров. Мы выбрали пещеры Харитона для тренировки. Иосиф Флавий писал, что такие пещеры были частью подземных ходов, служивших тайным выходом из Иерусалима. Но сейчас меня интересует другое. Профессионалы должны обучить меня основам спелеологии. Зал. Ну, смотри, какой зал. И там проход, и тут проход. Все, не отстаем. Саш, ты последним. Смотри на всякий случай дорогу. Понятно. А, подожди. А, смешно. Мартин, проходишь? Да, 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 спасибо, Сергей. Я немножко медленно, но... Тебе помочь? Гоу, гоу, гоу. Давайте, у нас мало времени. А, не так быстро. Саша, 5 метров, 5 сантиметров. А что они делают сейчас? Они делают топосъемку. Это точная карта пещеры. Вот именно вот этого проблемного участка, потому что я что-то не уверен, что здесь правильно все снято, и тот ход уходит совсем по другим углом. Длина 7,80. 7,80. 5 метров, 5 сантиметров длина, понял? Азимут. 210. Азимут 210. Минус 2. Это минус 2. Длина. Беру по компасу азимут. Да. И
угол. Да. И у нас мы получаем три координаты. Угу. А ты знаешь, что пространство можно по трем координатам построить, да, уже да. Точную, да, да. Точную точку. Точность очень высокая. До 3% от реальной. Угу. То есть угу. Проверяли на очень больших пещерах. Угу. Вау! Ну, Мартин, иди посмотри. О, Серега, чего у тебя назад? Как тут хорошо. Воздух! Здорово! Как у тебя? Как себя чувствуешь? Я немножко устал, чувствую, но было так интересно. Ну, хорошо. Давайте сейчас немножко подышим еще. Посмотрим на солнце. Так или иначе, испытания в пещере я прошел. Наилучший вид на церковь Святой Анны и часть Харам Аль-Шарифа открывается с восточной стены города. Пройти 200 метров вдоль стены — это просто. Под землей все будет гораздо серьезнее. Сохранились ли цистерны такими, какими их зафиксировал Вильсон, так как их представляет себе профессор, устраивая свою теорию? Или, может быть, они давно обрушились? 150 лет — очень большой срок. Ну что, пойдемте. Ой. Вот это удар. Сейчас мы приготовимся. Сейчас. Thank you.
Да, вот там, что там видно, небольшая такая полочка вверху выше. Водопровод 2000-летней давности, на удивление, хорошо сохранился. Последним, кто видел эти древние стены, был Чарльз Уилсон. 150 лет спустя мы смогли вернуться сюда. Великолепно. Храмовой горе запрещено приближаться больше, чем на 800 метров. Это большое расстояние даже для моей инфракрасной камеры. Используя технологии 21 века, я попытаюсь получить полную информацию об этом месте. Господин Сагиф, я хочу показать вам несколько инфракрасных снимков. У вас слишком много информации. Нас интересует только этот участок. А вы покрыли весь Иерусалим. Как жалко, слишком мелко. Но вот здесь интересно. Я думаю, это и там, может быть. Это не и там, но это интересно. Но вот тут, посмотрите вот тут. Что это? Я знаю, что это. Это пятнышко важно. Видите его? Оно прямо напротив места, где находилась Святая Святых, по моей теории. Интересно. Видите, вот эта точка? Думаете, это точно здесь? Точно, я знаю эту точку. Может быть, здесь располагались западные ворота, ниже, которые были главным входом? Точно. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Я подобрался к храму довольно близко. Люди, которых я встретил, высказывали свое воззрение на эту тему. Я не могу избавиться от мысли, что никто по-настоящему не хочет узнать, где же на самом деле был храм.
Разгадка этой тайны подорвет основу сложившихся представлений и снимет мистический покров с религиозных традиций. Я не могу построить храм сейчас. Это проблема с точки зрения геополитической реальности. Но вот что мы можем сделать, как вы себе это представляете? Я думаю, что Бог совершает чудеса только тогда, когда люди делают все, на что они способны. Это место — символ веры для 1,5 миллиарда мусульман. Оно представляет собой 1400-летнюю традицию. С точки зрения фактов, мы не можем не ценить прошлое, но только не за счет настоящего. Нельзя цепляться за прежнюю культуру в ущерб нынешней, которая так много дает современным людям. Давайте оставим это Мессии, оставим Храмовую гору Всевышнему. И во всем нужно стремиться его заменить. Есть вещи, которые лучше оставить ему. Есть вещи, о которых Всевышний позаботится сам. Написано: «Огнем ты истребил, огнем и восстановишь». Господь спустит храм с небес в огне, и мы не должны вмешиваться. Он и без нас справится. Главная проблема у нас в головах. Нужно разрушить барьеры нашего разума. Это очень сложно. Сложнее, чем разрушить камни. Любое место определяется на карте с помощью трех координат. Храму нужна дополнительная координата. Где ее искать? В сердце или в голове? Я не знаю. Но мне кажется, что без этой четвертой координаты храм будет скрыт от нас навеки. Фильм озвучил Алексей Воронов специально для сайта freedomfilms.info.